Друзья, всем привет! Сегодня с вами дневник ФНТВ и на связи юридический факультет. Мы вуз с активной социальной позицией, и именно поэтому мы вызвались помочь нашему фронту, помочь нашим солдатам в специальной военной операции. Мы открыли швейный цех, и стартовая площадка для него стала, естественно, юридический факультет. Здесь мы отшиваем подушки, различные элементы экипировки. Помимо этого, мы также делаем свои собственные выкройки, используем швейные машинки. Опыта нет у меня такого, но мы стараемся, помогаем, чем можем. Вот. Раньше не доводилось шить. Работа идет хорошо, коллектив дружный, помогаем друг другу. Не особо сложные задачи, справляемся очень даже хорошо. Я никогда в жизни не шил. Вот сейчас наверстываю, так сказать, упущенные. Это необходимый материал для как раз-таки СВО на фронте. Как бы солдатам тоже нужно спать где-то, на чем-то. Я думаю, что это как-то может и спасти жизнь. Мы шьем для бойцов, мы шьем для прифронтовых госпиталей, для тех, кто участвует в зоне СВО. Вот наша продукция. Это подушечка. На нее удобно облокотиться в окопах. Так, вот такие мы шапочки шьем. Мы шьем горловины. Вот здесь вот изделие еще не завершенное, в процессе. Уже произошла у нас первая передача нашей продукции. Мы поставляем совместно с Минфином России, и мы сделали вот таких 70 горловин, сшили вот такие подушечки-косточки, вот такие подушечки для госпиталя, для наших бойцов, и, собственно, горловины и шапочки. И все это передали как раз при фронтовые госпитали и нашим бойцам. Я хочу сказать, что у нас сюда приходят по зову сердца, причем приходят и преподаватели, и студенты, и даже родители наших студентов, кто когда может. Кто-то вот сегодня, например, у нас был профессор, доктор наук, перед занятиями пришел и поработал полтора часа. Кто-то приходит в обеденный перерыв, кто-то вечером, кто-то по субботам. Но все дружно по своему желанию для того, чтобы, в общем-то, помочь тем, кто в этом нуждается, кому это необходимо сейчас, как-то передать частичку своего тепла нашим ребятам. Проект университетский, поэтому у нас принимают участие все факультеты. Сегодня у нас здесь с нами факультет экономики и бизнеса вместе со своими студентами. Заместитель по воспитательной работе присутствует с нами и участвует в рабочем процессе. Этот факультет экономики и бизнеса мы приняли эстафету от юридического факультета, и сегодня мы продолжаем участвовать в этом значимом социальном явлении. Волонтерами теперь выступают наши студенты, представители студенческого совета нашего факультета, которые, кажется, теперь умеют все. Мы приглашаем все факультеты финансового университета. Это общий проект. Вместе мы победим.